Спасибо, присаживайся, пожалуйста. Один хотел задать вопрос. О чем была песня? Такая красивая, такая лирическая. О чем она? Песня о розах, что такие прекрасные цветы, которые олицетворяют любовь, и девушка, значит, обращается к молодому человеку и говорит, что я хочу тебе подарить розы. О. Спасибо вам огромное, мы вам очень признательны и благодарны. Это была программа «Люди мегаполиса». Я Алексей Шапошников. До встречи.